Привет, меня зовут Хатуна. Мы продолжаем коротко рассказывать о важных вещах в этом выпуске. Поговорим о том, как Россия пригрозила Абхазии кнутом. Но прежде чем начать, прошу вас подписаться на наш канал и поставить лайк под этим видео. Также напомню, что теперь вы можете поддержать независимую журналистику. В описании будет информация о том, куда можно отправить донаты Сави. Все началось вот с этой бумажки. Как утверждалось, протокол о встрече де-факто лидера оккупированной Абхазии с замруководителем администрации президента России Дмитрием Казаком. Документ распространили абхазские телеграм-каналы. Его подлинность сначала не подтверждали, не опровергали, но 3 сентября де-факто глава МИД Сергей Шамба фактически подтвердил существование документа. Официально с виду по своему содержанию протокол ничем не отличается от обычной записки с угрозами. Ну как, требования есть. Это ратификация соглашения о взаимном признании судебных и арбитражных решений, принятие закона о льготах для российских инвесторов и принятие закона об апартаментах, который предполагает снятие ограничений для россиян на рынке коммерческой недвижимости. Наказание за невыполнение требований тоже прописано. Приостановка бюджетной поддержки и поставки электроэнергии исключительно по коммерческому тарифу, то есть экзистенциальные для оккупированного региона вопросы. Да и сроки также обозначены. Правда, относятся они к одному, третьему пункту, который и наделал больше всего шума. В нем сказано, что до 20 сентября де-факто президент Аслан Бжания должен предоставить список так называемых депутатов так называемого парламента, которые препятствуют прогрессу в обозначенных вопросах. Их якобы планируется лишить российского гражданства. Сергей Шамба подтвердил, что уже с 1 сентября Россия приостановила финансирование Абхазии, требуя выполнения определенных обязательств. Кроме того, де-факто глава МИД дал понять, лишение абхазов гражданства России – прерогатива России. И в целом это вполне себе принятая практика. О том, что ультиматум неминуем, эксперты говорили уже давно. Да и о проблемах в российско-абхазском раю все догадывались. Точки над «и» были расставлены в конце августа, когда впервые за 16 лет Путин не поздравил оккупированный регион с так называемым Днем независимости. Теперь протокол, как считают в Абхазии, намеренно распространен, чтобы припугнуть население и воинственно настроенную так называемую оппозицию. Впрочем, среди высказываемых версий фигурирует и Грузия. Наблюдатели не исключают, что Москва может намеренно создавать иллюзию напряженности в отношениях с Сухуми, чтобы таким образом поддержать перед выборами грузинскую мечту. Что бы там ни было, описанные в протоколе методы наказания полностью соответствуют почерку Кремля. Достаточно вспомнить необычайно холодную и снежную зиму 2006-го в Грузии, когда Кремль оставил страну без электроэнергии. Или лишение де-факто депутатов с Хинвальского региона российского гражданства в марте этого года, якобы за действия, угрожающие нацбезопасности РФ. В описании оставлю ссылку на выпуск «Новый план. Старый обман. Готовится ли возвращение Абхазии?» с текстовой версией материала вы сможете ознакомиться на нашем сайте, который переехал на адрес savanews.tv.